Рекламные наушники, да плюс огромные полосы. Рекламные фиб не дотидят. Считай плюса. Минай. Очень много крови и очень много трупа. Рекламные с России просто. Да, просто что мне на часа. Нифига себе. Да настолько времени. Нифига себе, столько мне здесь времени. Ужина мне пора домой. Окей, нифига. Пошел еще 12:50, и каша мне еще. Окей. Что это за звук? Блин, ничего я не слышу. Блин, не мой фонарик, блин. Сейчас. Капец, ты так не лимон. Ничего я не вижу. Капец. Ничего я здесь не вижу. Капец. Ничего я здесь не вижу. Что мне... Ну, что, хочешь меня туда? Окей. Окей, ну что мы будем делать? Не знаю. Наступила день. Один год спустя. Ну что, Иван, нормально. Как у тебя? Кто вообще? Ну что там? Что песня нового? Сейчас я просыпаюсь свой телефончик. Сейчас я приношу себе... А куда ты мой телевизор? Я знаю его в кармане. Как? Горбай полетел? Я не знаю. Она моя бабушка Мак. Окей, давай. Сразу же новости. Год назад убили два человека. А убили не понятно с кем. Полиция ищет убийцу, то может это такое сделать. А мы просто наблюдаем за ним. И ждем, когда они придорогой, они найдут монстра. А следующий нос это погода в Москве так градуса. Ни хрена себе. Охренеть. Это вот что такое? Я сам не знаю. Ни хрена себе. Так, уж надо поработать.
Короче, у меня такая эконсервная пушка, у тебя пистолет обычный. Ага. Львы. Ты чё? Чё такое? Я не знаю. Да, что рисовать нашу машину, не сяду. Приезжай! Ну что, Алькаша, еще не. Чего такого обидно? Я не знаю. Блин, сынок, и себе сломали. Капец, тут обидно, я не знаю. Ну, на каше. Чего? Блин, это все один. Капец! Ё-моё! Чё с ним начало? Капец, чего носик нет? Ой, ё-моё! Ба-ба-бам, бам-бам-бам.
Баба. Если козяву твою маму. Чего не надо? Хватит! Не надо! Не надо! О, какой кузя супчик, извините. А, какой разъяснение. Конец первой части.